Дорогие друзья, мы хотим вас поприветствовать на своем YouTube-канале. Многие из вас являлись большими фанатами и поклонниками российского певца шансона Александра Розенбаума. Сегодня рано утром одним из первых нам сообщил тревожную новость один из российских сайтов. Только у него появилась эта новость. Об этом мало кто еще знает. Но думаю, скоро об этом узнает вся Москва. Эта новость очень быстро распространяется по всем просторам интернета. В данной новости говорится о том, что сегодня в Москве проходил большой концерт шансона. Туда в качестве исполнителя был приглашен российский певец Александр Розенбаум. К сожалению, поклонники и фанаты Александра на концерте так и не увидели. Его песен никто и не услышал. Мы были шокированы этим событием. Никто даже этого не мог предположить. Никто нам не смог даже рассказать, что же случилось с нашим любимым певцом. Уже позже выяснилось, что в 6 утра к Александру Розенбауму домой приезжала скорая помощь. Врачи поставили ему несколько уколов, осмотрели его, предложили ему проехать в больницу, на что Александр отказался. Как позже выяснилось, у Александра Розенбаума с утра было высокое давление, поэтому он решил отменить свое выступление. На данный момент он находится дома под пристальным вниманием супруги. Друзья, давайте поддержим Александра Розенбаума. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск. До скорой встречи на нашем канале, дорогие наши подписчики.